Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои товарищи! Приятно к вам обратиться в этот замечательный, светлый и праздничный для всех нас день. В первую очередь я хотел бы поздравить ребят, которые выпускаются сегодня. Про них пока еще не говорили. Для них сегодня двойной праздник. И давайте просто им поаплодируем. Поздравим их. Такой, знаете, мощный у вас выпуск получился, ребят, да? Сегодня вы становитесь одними из нас, выпускниками телестудии «Товарищ». Носите это звание с честью, достоинством и очень гордо. Любимая телестудия «Товарищ», дорогая Лили Ивановна, я невероятно счастлив от того, что судьба связала меня вместе с вами. На протяжении всего моего творческого и жизненного пути всегда рядом со мной был, есть и будет парусник, который зовется «Товарищ». Это звучит очень громко, это звучит очень гордо, и это отзывается большой любовью в моем сердце. Неделю назад я написал песню. Это будет премьерная песня, нигде ее не исполнял, поэтому, кто знает слова, подпевайте. Эту песню я посвятил тебе, моя телестудия. Музыку, пожалуйста. Житейской суеты меня в открытый океан несет. Я знаю, рядом будет он, корабль детства моего, и от невзгод и неудач меня спасет. Сквозь штормы и дожди, наперекор туманам, встающим на пути, под флагом доброты, с названием «Товарищ», наш парусник летит. Он привезет меня туда, где были детства острова, где я учился думать и мечтать, где столько света и тепла, где знаю, рады мне всегда, и вера в счастье и добро придет опять. Сквозь штормы и дожди, наперекор туманам, встающим на пути, под флагом доброты, с названием «Товарищ», наш парусник летит. Под флагом доброты, с названием «Товарищ», заветным берегам наш парусник летит. Заветным берегам наш парусник летит. Дорогая любимая телестудия, дорогая Лили Ивановна, низкий вам поклон. С юбилеем, любимая телестудия! Ура!